Раз-два. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили и Персик. Всем здорово, ребята. Извините, что плохо видно, потому что вечер, а у меня, короче, на телефоне, точнее, телефон сломался. Был фонарик на нем, вот. А теперь ни телефона, ни фонарика. Но будем играть так. Мы в прошлый раз остановились тут, так что можете прошлое прохождение посмотреть. Так, ведь много деревень, ну да. Типа того. Переезжает в Борос. Ну, я думаю, может, сегодня финалочка будет, посмотрим. Посмотрим, чем закончится игра. Так что всем приятного просмотра, ребятки. Надо уже эту игру пройти нам. Южно-китайские народности. Тайшань, Чаошань. Интересно. Предки. Вот так наследие. Чаушаньский. Так. Холестерин в устрицах, капец. Да, холестерин — это плохо. Красивый скрин, кстати, был бы. Так, буква П, по-моему. По-моему, да. Видеомагазин. Ту-ту-ту-ту.
попробуем. И что там под столом? Кошка? Трехцветная, прикольно. Мяу-мяу-мяу. Бородящая. Щучки. Подколистка, подколистка. Кьюти, кьюти, кис-кис. Кусочком креветки. Ну да, креветки что-то. Ну давай. Давайте угостим. Мы что, жадные, что ли? Мы не жадные. Поиграться, поиграться. Ту-ту-ту. 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 Калорий, ну да, много есть нельзя за раз.
Так. Ну, погнали вид смотреть. Давай. Звезды на видео. Ага, пропуски тут есть. Это хорошо, чтобы потом все картинки открыть. Походу. Так. Это выбор? Или она автоматически спросит? Так, они будут солнце смотреть. Окей, хорошо. Солнце так солнце. Интересно, пройдем мы сегодня игру или нет? Твою мать. Сейчас, ребят, на секунду я кое-что проверить хочу. Уронил кое-что. Ну да, виды тут прикольные, конечно.
Колу по приколу. Секретное место. Они, короче, решили на море затусоваться, да? Ну давайте, может, начало перезаписать, что ли. Так, ну если мы примерно начали в 22. Даже особо время не засек.
за выживальщика. Блин, ну пока сюжета никакого, одна суета. Много болтовни, много описаний. О, вот этот фон уже красивый, кстати. Вот этот. Так. Фильм. Так.
Вега. А, да, кстати, немного вырисовывается. Потенциальному мужу. Интересно, тут одна концовка. Легенда. Фестивал. Будь со мной честно. И сердце скорпиона.
Так. Про совместимость. Блин, ну вот эти мерцания, это жесть. Так, собака. Такс. А, во как. Сколько нам тут еще сидеть?
Ого. Пять кадров меняются на твоем. Так, подожди. Ну вот это уже вроде прикольный. Какое-то тепло. Туалета. Так. Ну да, дорога с пляжа прикольно выглядит. В принципе. Прикольно. Блин, опять один и тот же трек.
Интересно, мне откроется вся галерея или нет? Ой, столько звезд. Зрелище было классное. Обратно в город. Так. Ого. Шоссе. Так. Так-с. Понятно, что возможно будет. Да, в принципе, вполне очевидно. Так. Не знаю, что сказать. О, это прикольный, кстати, видок. Икс. Что там у нас в галерее, сколько осталось? Так. Ага, то есть получается раз, два, три, четыре.
4, 8, то есть 16 и 4, 20, 8. Стоп, подожди. Ну, вот же тут 4 получается. 8 и 8. Получается 20. Так много. Блять, неужели еще до хренища проходить? Что за бред? Я думал, конец. Очень странно. Может, это еще действительно не конец, может, это еще не финал. Путешествие. Сейчас она тебе покажет, что это обозначает. Так. Так.
Ну да, кстати, вот эта сцена уже прикольней, кстати. Так. Я вот, кстати, реально не знаю, сколько нам еще проходить. Сейчас, ребята, я пойду, наверное, чайник поставлю. Я не знаю, концовка это, не концовка. Фиг его знает, блин. Концовка нет. Еще нет.
Блять, когда уже концовка, а? Я не могу понять. Все это, конечно, прикольно. Чего? Две картинки пропущено? А почему? Какой-то бред. Понятно, у них, короче, терки с мамой. Так. А мне надо проверить, пойти этот. Чайник. Бля, почему не вся галерея открывается? Это мне обидно. Капец. Thank you.
Сейчас приду. Что это такое? Не пойму, а что это вообще такое?
клиент. Принесить, перекусить. Ага, понятно. Почему-то не вся галерея открывается. Посмотрим. Интересное дано. Сейчас проверим. Так.
Неужели это финал уже? А ну-ка. Блин, подожди, это вообще полное прохождение? Это такое чувство, как будто оно не полное. Чё за пипец? Это даже походу не едет. Кто-нибудь его вообще полностью прошел? Арт 11. Чё, блин, гоните? Сколько тут прохождений? Подожди-ка. Это случайно не последнее? Что-то я этого не припомню, подожди. Подожди, если пар 10. А, вот парт 8. Тут, блядь, еще до хрена проходить. А, тут еще есть и альтернативная концовка. Так, то есть получается раз, два. 3, 4. Бля, короче, еще дофига, я думаю, концовку уже.
за какой-то Мейбл. Бразилия. Да мы сейчас играем, получается, за эту, за Сэм.
16 лет. О. Так. Короче, история походу с Сэм у нас началась, да? Сколько там у нас еще осталось? У нас еще будет альтернативная концовка, по сути. Короче, народ, я не знаю, как относиться к данной новелле, потому что... Как бы сказать... Да, она прикольная, но она так медленно развивается. Вроде история интересная, но, блин, то, что Сэм влюбилась в Мишель, и Сэм лесбиянка, и Мишель, ну, типа, думает, что это у них с ней возникло, Сэм. Ну, в принципе, как сказать, да, все довольно органично, переживания, история. Прошлое Сэм, как Мишель живет с ее мамой. Ой. Но, как сказать. Каждому свое. Я не говорю, что новелла плохая. Да, она развивается, но сюжета не будет. Сюжет только в том, что у них будут тараканы в голове. Со стороны Мишель. Простите, зазевался что-то. Короче. Вот такая вот новелла. Я заколебался бы читать. Я не знаю, сколько мы уже проходим. Итак, сюжет понятен. К чему он движется, почти тоже понятно, но... Не знаю, когда я читал «Любовь, деньги, рок-н-ролл», там был какой-то замут, движуха и так далее. В том же «Бесконечном лете» движуха была. В том же «Доки-доки» движуха была. А тут просто
Суета. Не знаю, ребята, ощущения у меня к данной новелле спорные, поэтому я ее пройду, но вряд ли я ее буду перепроходить. Как я открою всю галерею, я не знаю. Вот, ну а всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про комментарии. Вот показываем такие вот необычные новеллы, потому что пока что компьютер временно сломан. А с вами был Персик. Да-да-да, Персик был. Всем спасибо за внимание. С вами был Казоку. Не забывайте приглашать друзей, ставить лайки, смотреть наше прохождение, плейлисты. А всем удачи, всем всего хорошего, всем пока-пока.